В одном из колледжей АКСУ проводится региональный чемпионат WorldSkills, победители которого получат возможность защищать честь области на республике. О направлениях и самом конкурсе расскажет наш корреспондент. Сегодня конкурс проводился по трем направлениям. Электромонтаж, руководитель хореографического коллектива и социально-культурная деятельность. Для электромонтажников подготовили специальные тренировочные полигоны, на которых они могут с комфортом оттачивать свои навыки. Для хореографов же выделили просторные залы. Деятели соцкультуры заняли кабинеты, в которых полно материала для костюмов и другого реквизита. На сегодняшний день у нас по региональном чемпионате WorldSkills по направлению электромонтаж принимает участие 13 участников. 2 с города АКСУ, 3 с города Кибастуза и 8 участников с города Павлодар. И в течение 3 лет мы уже готовим призеров национального чемпионата WorldSkills, и в этом году также продолжаем данную традицию. Всего в высшем многопрофильном колледже 9 компетенций. Это прототипирование, дошкольное воспитание, сухое строительство, сварочное дело, электромонтаж, социально-культурная деятельность, физическая культура и спорт и хореография. Для оценивания студентов существует более 300 критериев. Я электрик. Пришел научиться программированию, монтажа схемы, работу с электричеством, набраться опыту, дальше работать на заводе. Мы собираем монтаж, потом программируем, заливаем программу в реле и запускаем программу. Все участники находятся в одинаковых условиях, оценивают студентов преподаватели колледжа и приглашенные независимые эксперты. Стоит отметить, что помогают в проведении чемпионата еще и волонтеры, которые следят за процессом тренировок во избежание различных травм или же мошенничества. Артур Поляков, Алексей Мехедов, Иртыш Акпарат из АКСУ.